Дорогие мои рукодельницы, наконец-то я добралась до обещанных маек. Помните, когда-то я вам показывала мешок пряжи для большого-большого количества маек, которые мы обещали связать. Я до них добралась. Видите, очередную майку, несколько штук уже готовы. Майка в разрезной технике. Вяжется по программе Knitstyler, но это эта майка. У меня каждая майка будет иметь свою изюминку, свое отличие. Они все будут разные. И в ручном расчете, и в программе Knitstyler вообще без расчета. Уверена, что из всего этого многообразия вы найдете для себя что-то ценное, полезное. Пока лето, пока жарко, успеете провязать обновки. Скоро похолодает, майки будут уже не сильно актуальны, пока они нужны. Не пропустите наше видео, потому что все майки будут выкладываться в бесплатный доступ. В ближайшее время буду монтировать и представлять вам для вязания.